Большая проблема связана с стихийными мусорными свалками, которые образуются несанкционированными. Люди выбрасывают строительный мусор. То есть это в основном происходит по ночам. Вот как бороться с этой проблемой? Действительно, везде и пишут, и говорят. Мы сейчас пошли по пути такому, в тех местах, где вот наиболее часто происходят сбросы, уже договорились с интернет-компаниями, частной системой, будем ставить, уже они, в принципе, работу ведут. Определили порядка 15 таких мест по городу, где вот наиболее часто происходят сбросы строительного мусора. Будем ставить видеонаблюдение камеры, потом будем подключать правоохранительные органы. Кроме этого, еще надо как бы ужесточать наше законодательство для того, чтобы применять санкционные меры.